Всем привет, друзья! С вами Артём, и сегодня мы смотрим бесплатную игру в Steam под названием Heavy Metal Machines. Чем же заинтересовала меня эта замечательная игра? Да тем, что она просто сыночек, так сказать, ну, подражатель моей любимой игры детства Rock'n'Roll Racing, вот, в которой мы гоняли на микромашинках для того, чтобы победить всех уничтожали. Здесь немножечко все по-другому. Но игра это не про рок-н-ролл, а про heavy metal. Вот, поэтому давайте запустим, да посмотрим, что у нас там. Итак, здесь в начале пока только практика. Так, ага, попрактиковались. Теперь открылась нам игра по сети с другими игроками. Поехали сразу туда. Поехали. Так, 4 на 4, средняя игра 15 минут. Хорошо. Поиск матча, отлично, время ожидания пошло. Итак, в этой игре вам необходимо управлять маленькими машинками, которые у вас носятся взад и вперед, и доставить бомбу. Взять бомбу с центра карты и доставить ее к врагу. То есть такой, знаете, рок-н-ролл рейсинг с элементами футбола. Честно говоря, я надеюсь, что в будущем введут все-таки обычный гоночный режим, потому что реально не хватает рок-н-ролловских гоночек, они довольно прикольные. Ну еще, соответственно, как бы игра поддерживает только геймпады от Xbox. С геймпадом от Xbox One даже есть небольшие проблемы. Я не знаю сейчас, будут ли эти проблемы прям в самой игре. Вот, соответственно, в обучении были, пришлось перестановки делать, переставлять, и, короче, тогда он заработал. Ну, там даже написано то, что игра поддерживает только от Xbox 360-го геймпады. Ну, если у вас есть геймпад от Xbox 360-го или обычный геймпад с эмулятором от Xbox 360-го, то, соответственно, думаю, проблем не будет. Кстати, эмулятор можно найти в сети и, соответственно, прописать там кнопки. Я так делал, у меня был геймпад Defender такой, знаете, ну, дешевенький, за 300 рублей тогда он стоил. И вот мне приходилось запускать эмуль для того, чтобы он эмулировался как Xbox-овский, и тогда у меня не было проблем с играми. Особенно с играми, которые поддерживают Xbox-овский геймпад. Сейчас же я играю на геймпаде от Xbox One. Посмотрим, что из этого получится. Также в игре есть еще у нас магазин, в который, я надеюсь, меня не выкинет в случае, магазин, в котором вы можете покупать те или иные вещи. Да, то есть это новые гонщики, соответственно, каждый гонщик это новая машина. Что деньги, это вот можно эти деньги приобрести за реальные, за донат. Ну, все-таки игра бесплатная, без доната никак. Модели, все покупается за репутацию, либо деньги. То есть деньги это донаторская валюта, да, а репутацию зарабатываете вы в гонках. И также усиление. Ну, усиление здесь, я так понимаю, что на 100% башечку опыта. Ну вот, то есть, соответственно, вы набираете больше опыта для прокачки или, соответственно, простите, и, соответственно, их можно покупать за донатерскую валюту. Ну, то есть, донат здесь, в принципе, есть, но такой же, как в каком-нибудь Лоле или Heroes of the Storm. То есть, соответственно, вы можете... О, как я сравнил, да, с моба-играми. Но все равно вы, соответственно, можете выбрать себе машинку, не исходя уже из того, сколько вы заработаете очков славы. Ну, кстати, сколько дают очков славы за то или иное, я, соответственно, не знаю. Вот, здесь у нас что? Здесь у нас социальное меню, ну, с друзьями, помощь, настройки, руководство по игре, профильное обучение. Ну вот, соответственно, посмотрим. Блин, вот мне единственное, что не нравится, когда я снимаю ранним утром, время ожидания всегда долгое. Вот, соответственно, это наш... Давайте в профиль зайдем, что мы можем. А, ну вот, всего матчи 0, побед 0, транспортер. Назначен транспортеров. А, ну и, соответственно... Какие у вас роли, да, поддержка, перехватчик, то есть как вы в целом выглядите, кто вы. Так, далее, здесь всякие ачивки, клево. Здесь машины, да, ваши машины и опыт. Это, кстати, мне напоминает, как в Фотсе, в Шторме, там такая же фигня, если не в Лоле есть. Ну и записи матча, можете потом делиться с ними, друзьями. Смотри, я тут, короче, шум финтанул, короче, крутанулся. Вот. Но довольно-таки, в общем, все интересненько и прикольненько. Ждем матч и отправляемся в игру. Поэтому я сейчас поставлю на паузу, и как только найдем, я, соответственно... Так, друзья, матч найден. Мы нажимаем «Принять».
И, соответственно, я надеюсь, что все примут и никто не ушел покурить. А, да. Для вас это было довольно быстро, для меня это было 7 минут 39 секунд. И я чувствую, мы сейчас с вами опять поставим на паузу, потому что не успеют еще два человека подключиться. Окей, ждем, значит, еще. Господи. Так, друзья, ну вот, все 10 человек подключились. Все 8, прошу прощения. И поехали, начало сессии. Матч начинается. 16, 15 секунд осталось. Вот, я думал, что это никогда не закончится. Я думал, что это будет бешено. Выбери пилота. Так, это я знаю пилота. Так, поддержка, она кто? Перехватчик. Давайте перехватчика. А ее взяли, да? Перехватчик средняя. Легкий транспортер, легкая поддержка. Ну давайте посопортим. Оригинал, да, есть скины. Выберите стартовую позицию. 4. Я все-таки не тащун, поэтому мне нужно на 4-ю позицию, я буду саппортить. Что мои скиллы делают, я не знаю. 1, go! Let's get it on! Так. Карта, значит, вот такая. Ага. Понятненько. У меня искусница, ребят. Искусница. Вместе с нами огневка, крошка-чудовище и буйный. Против нас буйный, огнется ветра и хламсон. Так, ладно. Я еще не знаю, что я умею, но... Будем надеяться, что у нас все получится. Что-то как-то... Огневка у нас грузится третий раз уже, мне это смущает. Так, Хламсон загрузился. Хламсон у нас остался, да? Остальные вроде все. Да? Да, вроде все. Хламсончик, давай. Хламсон второй раз пошел. Огневка еще раз пошла. Что за... Ну? Все, вот загрузился. Добро пожаловать, леди и джентльмены. Time to rock'n'roll, да. Так, ну что, будем помогать? Бомба здесь. Хорошо. Здесь единственное, что не работает, конечно, то, что мягкость нажатия на этом все. Так. Замедляем. Так, это замедлялка, хорошо. Черт. Не-не-не-не. А где бомба-то? Меня взорвали. Они что-то напали на меня, а бомбу-то почему несли? А, бомба вернул, вломал врага. Ну, кстати, такой себе у нас персонаж. А когда мы появимся-то? Во. Так. Ну, поближе, 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 я спохилю. Так.
Где? Где бомба-то? А, я не успеваю. Давай, давай, едем. Ладно, все, собрались. Блин. Так, меня, походу, притягивают. Меня притягивают, по-моему, к ребятам, к моим, когда я это... Так. Да куда ж ты, братюня? Давайте-ка поможем. Нет, окей. Сюда. Так, вот здесь пройдем. Так, давайте объедем и пойдем по встречке на него. Так, ну мне явно не хватает дэмэджа. А, забрали. Хорошо. Давай. Блин. Какую кнопку-то? Так, поможем, поможем. Бомбу оставили. Так, 4 секунды у нас, да. Come closer. Silent. Catch this. Так, не надо... Объедем здесь, объедем здесь. Хорошо. Меня взорвали, ну ничего. Ничего, ничего, ребятушки. Ух, мне, знаете, в первой игре даже немножко тяжело, даже молчать приходится. В общем, блин, прикольно. Прошло 5 минут, пока... Эх! Лава! Ну давай. Меня сейчас взорвут. Я сам себя уничтожил. Я сам себя уничтожил. Нормально. Ничего, ничего. Блин, вот это плохо. Не, ну за саппорт играй, кстати, такое себе. Прохладное удовольствие. Так, едем сюда. Так. Hang on.
Да блин, куда же вы так крутитесь-то? Блин! Да вот этого хилей! А бомбу ты потерял, да? Молодец! Чё я за тобой гонялся? Хорошо. Так. Всё, объезжаю. На! Меня оттащили от нашего парня. Черт, я пытался взять бомбу. Так, у меня есть ульта. I will always survive. Так. Coming. Zing. It's getting near. Prepare. Эй! Prepare. It's too close. Come. Stop it! Silence! You're safe. Не разрывай со мной связь! Так, ладно, газуем дальше. Coming. Нет, они сейчас убьют. Ну как же так-то, а? Ну как же так? Ну почему никто не остановил? Блин, ну. Петро, Петро. Они нас втроем уделывают. Ну и мочало, начинай сначала. Ну, поехали. Зеленый флаг брошен. Ну давай уже. Сейчас его бахнем. Затормозил их, затормозил, видели, но лава сбоку мне не дала проехать. Бомба у наших, хорошо. У нас есть еще, конечно, время. Вот, побеждает команда, которая 3 очка забрала. Yeah.
Hang on. Так, давайте вот здесь объедем. Catch this. Repairing. Да отвали! Выхилили парня. Ты чё встал? Идиота кусок! Не, ну вы видели, он встал, короче, в самый неподходящий момент он зафкашил. Ну не могу я сделать ничего с саппортом. У меня нет дамажащих скиллов. У меня есть сайленс, у меня есть хилка, у меня есть... А этот... Да... Вот так вот, ребят, сейчас сольем просто потому, что, короче... команда периодически афкашит. Так, это смотреть, да, в сторону? А, ну Петр отключился, крошка, чудо, что-то... Говорить он. А, у нас еще один у нас... Классно. Они друзья, наверное, были. Да. Так. Ну, замедлил я их, и чё толку? Coming. Ну, сейчас они третий забьют. Чё за дичь-то, а? Ну, и ладно, проиграли этот матч, ну, честно говоря, обидно, но... Большую часть боя тащили. Не, ну просто, понимаете, ребят, я явно не саппорт, я не могу играть на саппорт. И вот наш хэви метал чувак развалился. Ну понятно, что они выиграли. Базарчику ноль. Вот. Ну что ж, ребят, я на самом деле удовольствие получаю, да? Последний удар 14, полученный металл 420. Ну окей. Так, основная статистика. Нанесенный урон. Я нанес больше, чем наш буйный, да, урона. 3500 отхилил. Да. Бронз, бронз. Десять славы дали. Вот. Что ж, друзья, вот такая вот она игра. Вы, в принципе, ее посмотрели. Так что покупать ее не надо. Вы можете бесплатно ее получить в Steam. И кататься. Довольно-таки своеобразно, довольно-таки забавно. С вами был Артём. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, хотели бы вы видеть еще замечательной этой игры Heavy Metal Machines в пародии на Rock'n'Roll Racing. Вот, так что пишите свои комментарии, оставляйте лайки, дизлайки и просто подписочки. С вами был Артём Динамик. До новых встреч, друзья. Пока-пока.